Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня с вами мы займемся уборкой. Может, кого-то я с вами смотивирую. Помоем стекла, уберемся дома, все поделаем. Присоединяйтесь ко мне. Друзья, ну что, сегодня уберемся. Вчера Лена ездила в город, но ничего, опять я вам не поснимала. Не было возможности у меня поснимать, но день был насыщенный, вернулась домой только вечером. А сегодня нужно прибраться, убраться, возможно, вафли еще напеку. Я уже даже не знаю, что снимать. Дачу много снимала, если только вот единственное, что вот многие просят набережную в Вологде снять, но это мне нужно съездить одной, там пройтись и все вам снять, рассказать что-нибудь. Эти ролики, кстати, когда я гуляла по Вологде, набрали хорошее количество просмотров. Интересно людям, потому что многие переехали в другие регионы и приходят на мой канал посмотреть видео. Кто-то приезжает к бабушкам, как я читаю комментарии. Каждый контент свой зритель. Кто-то Кешу приходит посмотреть, кто-то меня приходит посмотреть, кто-то рецепты. Все по-разному. Сегодня я убралась дома, всю уборку я вам не снимала. Я помыла окна, два окна помыла у Антона в комнате, и вот это окно помыла. Убрала, пропылесосила, пыль протерла. Банда моя на месте. Варька здесь охотится за ним, а Кешка вот он. Здесь рядом со мной. Идет ко мне. Привет. Привет. Варюшка, сколько? Смотрите, куда забрался товарищ мой. Сидит там. Нельзя ему туда разрешать, иначе он же мне там погрызет всю тюль и штору погрызет. Будет то же самое, что и на кухне, видите, уже там эту заниточку. Слезай, выходи давай. Сейчас буду выгонять. Как ни в чем не бывало. Сидим, поглядываем. Уходи давай. На стенд на свой. Он здесь долго может сидеть, но надо его выпроваживать. Видите, что погрыз как диван мне, дивная птичка. Но не все грызут. Я узнавала там, у кого есть тяжеловые попугаи. Не знаю, почему мой грызет. Теперь у него и стенд ведь есть, но это он давно уже сгрыз. Кеша, кто погрыз? Бессовестный такой мальчик. Не мальчик, а девочка, но... Пусть уже мальчик будет, уже привыкли к Кеше. Он привык, мы привыкли к Кеше. Многие нашего Кешу полюбили. Смотрят его, наблюдают. Не все ролики смотрятся с обычными влогами, а когда Кешу показываю, Кешу приходит посмотреть. На каждый ролик свой зритель. Покушал арбузенька.